Полуциркуль напротив Дюка, да, есть такой объект. У нас еще там ведутся работы, есть гарантийное письмо подрядной организации по наступлению благоприятных температурных условий. Будет все замечания устранены. Работы еще не закончены, поэтому по наступлению благоприятных температурных условий мы продолжим работы и устраним те изъяны, которые возникли в процессе осенне-зимнего периода. Подрядчик свои гарантийные обязательства выполняет.